Я думаю, что да, дороги расчистили, все хорошо. Прошлые года вообще ничего не делалось, а сейчас нормально. Ну вот ходить скользко? Ну немного, да. Немного скользко. Но дороги, я смотрю, тротуары-то, конечно, меньше расчищены. Дороги расчищены. Скажите, маршрутки ходят. Было бы побольше техники соответствующей и вовремя все делать. Было бы лучше немножко. Угу. Вот скажите, вот тротуары как? Ну, тротуары сейчас борются уже. Первые дни так не особо. По домам сидели, я так думаю. Ага. Боялись снега. А вы сами не видите? Ваше мнение интересно. Наверное, будет совпадать с мнением большинства граждан города. Не проехать, не пройти. Вроде да. Вы думаете, что хорошо, да? Дороги, тротуары? Уже да, уже ездят в это... Эти снегоуборочные, эти снег, ну, машины хорошо работают. Нет. Центральные улицы может быть почищены, но прилегающие улицы, в том числе улица Свердлова, Первомайская, возле рынка так пройти вообще невозможно. Это каша там, ну неужели нету транспорта, чтобы вот это сделать, порядок какой-то? У нас дворники работают только бумажечки собирать, получается. Да. А сейчас это вообще невозможно не пройти ничего. Это ненормально. И не по всей территории города. Вот вы сами где живете? В районе улицы Лесной один раз прочистили и все. Угу. Сейчас проехать очень тяжело. А центр? Центр более-менее, автостоянки не почищены, рынок вообще не почищен, работать невозможно и ходить. Угу. То есть как всегда. Да нет, тут стрельбище, что творится. Очень плохо. Ну, в принципе, нормально. Ну, им, конечно, мало рук хватает, поэтому, не знаю. Ну, в общем, вроде и пока в этом году еще не падал. Ну, пока что не очень. Вот нас интересуют и тротуары, и проезжая часть. Проезжая часть вообще-то не годится. Ну, так, бачу. Трошки тротуарчики чистить потихоньку. Только что была на Франко, маршрутка едет. Идет поднятый ковш. Чего он едет? Бензин выкатывает? Для кого отчитаться? Вот наши службы коммунальные работают.